Я это сейчас высказал? Ой. Ух, ну у этого деда, конечно, и алкашка. Надо у него спросить, откуда ее привозят. Здорово, с вами снова я, Жека Полторашка. Вы попали в новую серию жизни бомжа в России. В Майнкрафте, ой, чуть плохо мне как-то, ух. В прошлой серии я приехал на эту помойку Кукуева. Ой, кажется, сам немножечко кукуёвнулся, ой. Мне сказали, что на этой помойке Кукуева живет какой-то дед. И его нужно отсюда это, ну, выгнать. Я, честно говоря, не помню, что произошло, но, по-моему, что-то пошло не так. Мы с дедом просто набухались, и я нифига его не выгнал. Кстати, ребята, эта серия выходит только благодаря вам, потому что вы 15 тысяч лайков поставили. Как бы понимаете, да, если бы вы 15 тысяч лайков не поставили, то новой серии бы не было, вот. Так что вы спасли жизнь Жеки Полторашки, понимаете? Его жизнь висела на волоске. Ладно, что-то я уже заговорился, нужно уже этого деда все-таки выгнать. Эй, слышь, дед, просыпайся, давай. Ну, просыпайся, набухался, ну, старый. Эй, дед, ну ты давай, там это, уже, ну, все, там... А что ты, с закрытыми глазами спишь? Ну, такое, конечно, да, да, да. Ладно, наверное, надо подождать, пока он проснется. И... Ручки пока можно пособирать его тут. Вот, я думал, не обидится, вот это мы все же возьмем. Алло! Что-то странно как-то, не дышит что-то. Ну, это дед, как бы, наверное, сложный, может, да... Ёптать. Алло! Дед, ты чё? Мать честная. Дед, подумай. Не-не-не-не-не-не-не-не, я не хочу снова в тюрьму. Если сюда приедут полицейские и увидят, что дед подох, но они... Единственные подозрения будут на меня, потому что я его убил. Твою мать, тут еще и топор какой-то лежит. Нет, это нужно срочно убрать. Твою мать. Ладно, к черту эти 5000 рублей. Вообще, к черту эту помойку Кукуева. Нужно отсюда нахрен валить. Так. Все, просто ничего не было. Так, бутылочки вот пособеру. Вот эту бутылочку тоже возьму. И все, нахрен будет. Вот эту тоже бутылочку возьму. И нахрен отсюда все просто возьму, беру и уезжаю. Вот эту еще бутылочку, конечно же. Вот эту. И все просто беру и... Приехали сносить эту... Откуда... Телепортируется! Мать его, страшно! Ты что, меня так накрыло, что ли? Погодите! Белочку, походу, словил! Не понял. Так, настойно. Кто ты на... Я не на, я Жека Полторашка! Я просто тут мимо проходил, вообще, вот бутылочки вот тут собирал, вот... Да, да, вы там это, хотели сносить, да вы там вот с той части начните сносить! Твою мать, что мне делать с этим... Твою мать! Ай, что-то куда-то меня понесло, ой, белая горячка, кажется, началась, белочку ловлю, ой, белочка, ой-ой-ой-ой-ой, белочку ловлю. Твою мать, куда мне... Ну что такое, господин рабочий, стоять на... Стою на, бомжи. Да, жизнь помотала нас, бегаете, на. Бегаем, да, пошел на отсюда, на. А, ну хорошо, это, я, в принципе, я и собирался как раз таки уходить, как раз вот я... Толятина. Ты шона? Да я не шона, я Жека Полторашка. Вот, я уже ухожу, вы мне сказали уходить. Я беру и ухожу. Да в смысле? Да нет, да он живой, это он спит просто, понимаете? Мы просто вчера немножечко побухали. Вот, эту бутылочку еще пособираю. Вот, мы набухались вчера, вот он спит, не мешайте старому человеку. Ну вот, да, вот. Я хоть бы хотел быть врачом, да. Этим мусорам сдам, да. Нет, господин рабочий, только не мусорам, пожалуйста, не надо вот этим полицейским, я уже только что из тюрьмы вышел. Вот, давайте, я вам вот, смотрите, шикарная просто, вот сейчас вам покажу, вот эта бутылочка просто шикарная, там она полная, если что, это, ну, очень классные виски, вы любите виски? Люблю, да. Ну вот, смотрите, вы выпьете виски и все, сразу вот, ну я вам говорю, легче станет, и давайте никаким мусорам не будем рассказывать, да, вот, вы главное выпейте, вот так вот, прям полностью заливайте, все хорошо, да, все хорошо. Ёптыш. Алло, рабочий, как там это, ну виски-то? Странно, я же вроде тоже пил вот этот алкоголь-то, а чё, почему это вот... Они сдохли, а я нет. Может, у меня уже иммунитет на этот алкоголь? Ладно, я не о том думаю, рабочий сдох, мать твою, два трупа, что мне делать? Так, ладно, этот рабочий сдох, у меня сейчас как раз есть шанс отсюда убежать.
Какой-то с миром, там все хорошего вам там. Господи, помилуй, что происходит? Я просто хотел прийти побухать вместе с дедом. Нет, точнее, хотел его выгнать, а потом хотел с ним побухать. А теперь они все сдохли, я теперь вообще не знаю, что делать. Так, ладно, помойка кукуева просто беру и начинаю вот так вот потихонечку. Твою мать. Твою мать! Только не это, вот только не туда, пожалуйста, нет. Здравствуйте, гражданин полицейский, я Жека Полторашка. Паспорта нет с собой, извините, пожалуйста, я просто... Не двигаться, ну я не двигаюсь. Ничего плохого, мордой в пол. А можно вот я вот сюда, вот так вот, оп, ты что здесь делаешь? Я просто пришел на мусорку. Вот здесь хожу, брожу, вот мусор собираю. Ну, я бомж, ну это все такое, вы понимаете, да? 15 суток тебе светит. Да за что? Я просто это, вот видите, с тележкой хожу такой, дрынь-дрынь-дрынь, вот. Где дед? Какой? А дед вон там вот лежит. Вы там посмотрите, я пока пойду, хорошо? И вот рабочий, главный рабочий. Ну они там с дедом забухали, я не знаю, честно говоря, они там что-то пришли вместе, да бухать. Ладно, хорошо. Нет, я не наркоман, я обычный бомж. Смотрите, как классная машина, хотели бы себе такую машину? Вот, смотрите, машина классная. Ладно, сейчас сделаю такой. Я говорю же, они набухались, вот тут решили прилечь отдохнуть. Ну, а они это... Не с места. Да я не двигаюсь, вроде как. Как они в трубу, пожалуйста. Вы арестованы. Гражданин полицейский, вы знаете... У меня есть... Вот я понимаю, я уже арестован. Я направлюсь с вами в тюрьму. Я понимаю, да, это я виноват. Давайте вот за этих вот двух молодых товарищей, ну не совсем молодых, конечно, деду, наверное, уже лет 100 было. Ну, давайте за них просто поднимем вот бокалы замечательной вот водочки, 5 озер. Давайте вот просто помянем наших вот этих вот. А, ну вот, да вот, хорошо, держите. Как бы, как говорится, за вас, за там, за Северный Кавказ, ну вот это все, давайте, пейте. Ну, вы были хорошим полицейским, я вот даже слезу пустил. Жалко. Все, надо сматываться отсюда, побыстрее. Все, если я сейчас не свалю с этой помойки, то меня посадят лет на 60 нахрен за 3 убийства. Не, ну я, конечно, их не убивал, чисто теоретически, фактически, вот я не знаю, конечно. Эх, вы ломы, желтые, это что вы какой нахрен орал? Это что за орал, я не понимаю, а? Сопли нарабатывал этот грузовик, а? Так эту свалку хотел снести Игорь Бердянский, что ли? Ни хрена не понимаю. Слышь, что за орал? Игорь Бердянский! О, не понял. Жека Полторашка. Игорь Бердянский, а вы бы не могли, пожалуйста, подойти сюда? Пойду, мне тебе кожу покажу. Вот посмотри, вот эти рабочие, они вообще с ума сошли. Что это они? Орал. Орал? Что такое орал? Я не знаю, что такое орал. Ну и правильно, ты еще маленький. Так, я не понял, что ты тут делаешь на моей свалке? Игорь Бердянский, я бы хотел как раз вам об этом сказать. Пойдемте, я хочу вам кое-что показать. Не понял. А что тут показывать? Ну свалка да и свалка. Говно да говно, у царя говно. Вот это. Игорь Бердянский, а это вы что ли хотели эту свалку снести? Вы тот самый магнат, который хотите здесь резиденцию какую-то построить? Мне надо делать новую базу бандитов, понимаешь? А-а-а, так это вы базу хотели здесь сделать? Ну да. А мне... Что ты не хотел показать? Ну вот старая машина, хочешь забирать себе? Да нет, тут одна проблемка вышла, вот. И, ну вот, случайно совершенно я... Как-то... Ну вот случайно вообще. И что это за бомжи спят? Ну, они... Это что, твои карифаны, что ли? Ох ты, ох. Завонялся этот уже старый. Угу. Они, так, короче... Ты что, их убил? Да нет, тут сложная ситуация. Мне сказали выгнать этого деда, а я с ним набухался. А он умер, а потом пришел работник, и он тоже умер. А потом еще вот этот вот полицейский тоже пришел, хотел меня арестовать и тоже... Ну, того. Ну, короче, ты их убил умышленно, да? Да нет, ну это они вот выпили вот это вот бутылочки и все сдохли вот. Ох ты, Жека Полторашка. Да не переживай, сейчас я целлофановые пакеты возьму, сейчас мы их быстренько увезем отсюда. Вообще не проблема. А что ты тут делаешь-то? А я думал, мы... А, да? То есть, все, я свободен? Ну да. А, ну ладно, Игорь Бердянский, ну вы там точно, нормально, да, все?
Да? А сейчас я секундочку надеюсь, что ты такой. Рок, они паленкой отравились, ты это пить будешь? Да я сдам, не переживайте, Игорь Брянский. Капец, мне фартануло! Оказывается, этот магнат, который хотел снести свалку, это и есть Игорь Берганский. Не, ну я, конечно, 5000 рублей не заработал. Хотя бы в тюрьму не сел. Вообще, нахрена я сюда приезжал? Фу, помойку кукуеву, мать твою. Как мы теперь на мой новую тачу-то зарабатывать? Пешком обратно бежать? Нет, знаете, вот с похмелья бегать столько километров пешочком, это очень даже не круто, я хочу вам сказать. Вот, ребята, если когда-нибудь набухаетесь, лучше не набухивайтесь, конечно, это очень плохо, вот вообще. Ой, что ты застрял тут в дороге. Короче, ребята, пишите в комментариях, пожалуйста, что мне делать, как мне теперь деньги зарабатывать. Мне нужно как-то машину купить, а я теперь, я не знаю, как теперь покупать, мне теперь 5000-то мне не дали. Нужно какую-то, походу, новую работу искать. Короче, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот. И лайки поставьте, 15 тысяч лайков, новая серия. Ну и на канал подпишитесь, там колокольчик поставьте, чтобы новую серию тоже не пропустить, там уведомление пришло. Ну и еще на инстаграм подписывайтесь, я там своим бомжам ставлю лайки. Ну я так своих подписчиков называю, чисто по-ласково, так бомжи. Вот, ну, короче, подписывайтесь на мой инстаграм и... Ой, что-то мне плохо.